Всем привет, с вами Настя. Прогноз погоды на эти выходные прямо сейчас. В пятницу ожидается плюс 26 градусов днем и плюс 18 градусов ночью, временные грозы. В субботу плюс 28 градусов днем и плюс 17 градусов ночью, осадки в виде дождя. В воскресенье плюс 29 градусов днем и плюс 18 градусов ночью, без осадков. Сегодня день парашютиста в России, а у вас есть мечта прыгнуть с парашютом? И если вы уже совершали прыжок, можете поделиться опытом? Пишите ответы в комментарии. Любите скорость, но сломалась машина? Не беда. Заходите в блокнот-справочник, раздел «Автомир». Ремонтируйте машину вместе с блокнотом. И всем хороших выходных. Пока-пока.